В эфире программа «Азбука потребителя». Здравствуйте! Если вы готовитесь к новоселью или планируете обновить уже привычные интерьеры в квартире, доме или даче, прибавляйте звук и смотрите внимательно. Сегодня в выпуске мы расскажем о том, как максимально оптимизировать пространство с помощью мебели и что дают модульные системы. Выбор мебели для дома, офиса или дачи – вопрос непростой, особенно когда количество квадратных метров ограничено, а пожеланий много. Для небольших жилых пространств, где важно максимально удобное использование каждого угла, настоящей находкой станет модульная мебель. Легким движением руки шкаф превращается у нас в кровать. Кровать может быть шириной и 1,40 м, и 1,60 м, и 90 сантиметров. Этот шкаф крепится к стене. Должна быть капитальная стена, чтобы он у вас никогда не упал. Такая кровать выдерживает 150 килограммов, трансформируется элементарно. На внешнюю поверхность для большей функциональности можно повесить зеркало. Для детства подходит вот такой шкаф. Вроде бы ничем не приметный, но мы вот так вот его раз, и у нас уже детская кровать или взрослая кровать, смотря кто там спит. Также эта кровать вот сейчас на 90, может быть и на 1,40 м, но уже шкафа не будет. С помощью модульной мебели, как пазл, можно собрать не только спальню или детскую, но также гостиную, прихожую и библиотеку. Трильяж для дамского уголка, тумба, стеллажи, антресоли, столы, вешалки и обувницы. Одних только вариантов наполнения угла более 10. Все модули разной высоты, ширины и глубины. Варианты их расположения в комнате можно смоделировать тут же в магазине, подобрав мебель под особенности по помещения. Переходные шкафчики, где 57, 47, и дальше можно перейти вообще на 10 сантиметров, обыграть любую комнату. Углы не будут торчать, можно будет спокойно заходить в комнату. Допустим, здесь дверь была бы, можно было бы спокойно зайти. Для таких модульных систем есть 9 вариантов фасадов, что вкупе с количеством модулей дарит настоящий простор для создания интерьера. Сэкономить пространство и скрыть все, что должно быть скрыто от посторонних глаз, помогут и шкафы-купе с зеркальной деревянной поверхностью или фасадом с фотопечатью. Кухня. По статистике, женщина проводит здесь от 2 до 4 часов в день. Этот показатель зависит и от правильной планировки зоны. Если она оборудована удобно, время, которое хозяйка тратит на приготовление пищи и уборку, может сократиться на треть. Один из вариантов умной кухни – новинка – модульный гарнитур из МДФ. Это влагостойкий материал, на котором не остаются отпечатки, то есть ее легко мыть, она как бы простая в эксплуатации. Данная кухня чем имеет какое преимущество? Она модульная, то есть вы можете как бы по своим размерам подобрать и сделать все, что вам нужно. Любой угол можете обыграть узкими модулями, функционально заполнить ваше пространство. Есть также специальные модули, в которых можно спрятать газовый котел или колонку. Фасад кухни может быть матовым или глянцевым. Производители предлагают около полусотни вариантов цветов. Не стоит забывать о фартуке. Его легко моющаяся поверхность защитит стену от жара и жирных брызг. Еще один важный элемент кухни – мойка. Ее лучше выбирать глубокую и не устанавливать в самый угол, чтобы не задевать верхние шкафчики. Эксперты советуют присмотреться к раковинам из искусственного камня. На них не будет сколов и царапин. Оптимально распорядиться пространством помогут и кухонные уголки с ящиками для хранения. В некоторых моделях есть выдвижное спальное место. Такой уголок за считанные секунды трансформируется в настоящую кровать, где с удобством разместится гость. Хорошим выбором для обеденной зоны или кабинета станут стулья и столы из твердых пород дерева с мягкой гобеленовой поверхностью и удобной эргономичной спинкой, как здесь. Модели, варианты обивки и дерева представлены в каталоге. Эта фабрика находится у нас в Волгоградской области, город Урюпинск, по ГОСТу СССР. Еще стулья производятся. Гарантии 5 лет, что даже скрипа не будет. Клееный бук, ни одного самореза в стуле. Гобелен любой можно выбрать. В торговом центре «Дубрава мебель РФ» есть все, что нужно для создания интерьеров вашей мечты. Любая мебель для дома, офиса, дачи и бани. И даже матрацы – ортопедические, двусторонние и гипоаллергенные, с латексной кокосовой стружкой и защитой от клещей. Ассортимент богатый, цены на любой кошелек. Есть как бюджетные варианты, так и предложения для ценителей особого качества. Например, диваны «Уют-2» для большой дружной семьи с секциями для хранения белья и просторным спальным местом. Фишка этой модели и П-образного, и углового варианта в ее особом комфорте. Здесь сиденья, основание и пружина ортопедические. Ну, а, конечно, поверхность можно выбрать на любой вкус. Вариантов обивки очень много. При покупке мебели можно заказать ее сбор, доставку и подъем на этаж. Самое главное, это, конечно, то, что здание у нас в собственности, и это уже убирает арендные платежи, соответственно, цена уже падает на любую мебель. Второе, то, что мы работаем напрямую с 36 фабриками со всей России. Это прямые поставки. Мы сами ездим на фабрики, договора заключаем, договариваемся, чтобы цены были приемлемые, следим за качеством выпускаемой продукции, меняем фабрики, если какие-то, допустим, не подошли нашим критериям, ищем новые фабрики. Так что будет еще развиваться Дубрава мебель РФ, и цены вас приятно удивляют. А у меня пока все. Удачных покупок!